Да, дорогие друзья, сегодня такой вот прям ночной даже видеоролик по карте Шиптайган. Я тех приветствую, всем здравствуйте, дамы и господа и гости моего канала, с вами как всегда Айрон. И в сегодняшнем видеоролике мы будем играть в игру под названием Roblox в режим карте Шиптайган в Roblox. И сегодня у нас будет обзор на первую тачку из обновления сезон... Не обновление сезон первый, а... Первый сезон с трофеями. Вот он этот сезон. У нас первая на очереди за 150 кубков. Это Гоуливкаур. И на сегодня будет на него обзорчик. Сразу же оставлю ему 10 из 10, потому что, ну, сами понимаете, это гольф-кар, это реально фановая машина. Вот ради нее реально можно набрать 150 кубасиков, пару гонок. Кстати, вот очень много людей писали в комментах, что Айрон, это самое, ты нам херовую стратегию дал, ты сказал нам на пустынной гонке фармится, но тут невыгодно, потому что тут по 12, и нужно идти на гонку стрит, и тут начинать гонку драк и со своими друзьями, либо же на общий сервер заходить, и там с людьми фармится, и... Ух, блин, очень много информации. И там вы уже будете получать по 24. Так что... Извините меня, конечно, но я фармился именно так, вот как там было. Ну, а интересно, как на драге проедет эта машинка. Ну, по сути, она прикольная. Ну, типа, по... Когда ты сидишь в ней, то она, так сказать, видно все. Вот все видно с этой машинки. Она покажет, через сколько я проехал. Ура! Вот видите, 5 кубков. 1. А там было бы 24, если бы я бы с кем-то проехал бы. Скорость 108 и 12 секунд. За 12 секунд проехал эта тачечка. Маленькая да удаленькая. У нас дальше город. Я, наверное, скипну это, потому что вам... Я не думаю, что интересно смотреть, как я катаюсь на этой гоночке. Ну, ладно. Вы знаете, ребят, когда вы так катаетесь, вот именно на этом картинге, она очень хорошо заходит в повороты. То есть даже на своей максимальной скорости 191 км в час, она спокойно заходит в повороты. Вот сейчас будет резкий поворот на 60 градусов вроде бы. И мы проехали нормально. Ой, на 90, да, 90, 60. 90 градусов. И мы проезжаем, по сути, круг за 55, то есть за 57 миллисекунд, да. А мы сейчас проедем еще драг гоночку. Дам-дам-дам, гоночка у нас тут, конечно, вокруг всей карты. Я уверен, что это будет очень долго. Вот этот весь... Ну, надеюсь, мы хотя бы быстренько доедем, потому что это Unreal. Я промчал по прямику, блин, за почти 2 минуты. Я проехал вокруг всей карты за 2 минуты. Ну, в принципе, для тачки вот такой вот именно гольф-кар, вот именно из-за ее визуального вида, вот стоит собрать 150 кубков. Ну, не ради скорости, не ради, там, фарма. Это чисто по приколу, чтобы у вас была она. Вот реально, вот для чего тебе нужна эта тачка? Ну, а я сейчас свернусь, да. И как всегда, и как всегда... Ну, мы начинаем гонку. Гоночка у нас начинается, а это ралли. А как всегда, Айрон забыл поставить оффроуд шины. Ну это Unreal. На гольф-каре, типа на ралли. Ну, в принципе, кстати, она хорошо едет. Она реально достойно едет. И друзьяшек не хватает, ну ладно. Надеюсь, следующие серии уже будут. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, немножко срезаем, хорошо. Хорошо зашли. Может она за секунд 40? Нет, больше. 50 минут. Бля, надо завернуть, кстати, немножечко так.
Ну, я вам говорю, вот, за 50 секунд проехал. Почти. Да, 48,3. За 48,3 проехал эту гоночку. Дальше мы идем, наверное, на дюны. Почему бы и нет? Начинаем гоночку, и я вернусь. А, я записи забыл выключить. Ой, включить. 33 секунды и 3 миллисекунды. Ой, 33 секунды и 2 миллисекунды. Слушайте, мне больше нравится вот картинг с такими шипами. Кстати, я не знаю, как я сюда заехал. Ну ладно, это не... это упустим. Теперь Киркут. Киркут для этой машины, кстати, прикольно. Ну вот прям... для картинга. Вот эта гонка прям для картинга. Ну, а я вернусь, когда уже и машинка эта самая у нас проедет. А, я проезжаю за сколько? 51 секунду и 1 миллисекунду. Ну, что могу сказать? В принципе, ее можно было бы и не тестить в гоночках, но... В принципе, каждая тачка у меня в гоночках. Ну, да. Вы как думаете? А, машина прикольная. Машинка прикольная. Ее соберите. Все. Больше никаких аргументов от Айрона не будет. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, пишите комментарии. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. Сегодня еще будет ролик по и какой-нибудь игрушечке. Ну а с вами был Айрон. Всем удачи, всем пока-пока. И до скорых встреч.